Добрый день, мои дорогие друзья! На данном видеоролике мы с вами познакомимся с междурядной почвофрезой Тоскана. В данном случае почвофреза четырехсекционная. Имеет ширину захвата каждой секции 50 см. С диапазоном регулировки между секциями от 0 до 40 см. Значит, каждая почвофреза изготавливается индивидуально согласно технического задания, полученного от клиента. Мы согласовываем с вами, сколько вам необходимо секций, какая ширина должна быть каждой секции и какой должен быть диапазон регулировки между этими секциями, по ширине захвата имеется в виду. При желании на эту почвофрезу можно установить, значит, бункер для внесения минеральных удобрений. Давайте ознакомимся поближе с рабочими органами фрезы. Здесь мы видим активный рабочий вал с фланцами. На фланце по 4 ножа. Значит, глубина обработки выставляется с помощью опорных колес, а также боковой крышки, которая установлена с каждой стороны на рабочей секции. Вот здесь мы можем регулировать глубину. Также у нас есть заглубитель, такая культиваторная лапа спереди. Она тоже регулируется согласно необходимой глубины. А также мы можем регулировать прижим этой секции к земле. В комплектацию с каждой фрезой входит карданный вал.